Привет, я мультяшный робот Простоев Нет. Расскажу вам о нашем курсе «Стратегическое управление активами». Курс подойдет директору по управлению активами, главному механику, главному энергетику, главному инженеру, главному архитектору, техническому директору, руководителям и инженерам по планированию, надежности и диагностике, а также всем, кто участвует в повышении эффективности компании. Программа курса состоит из 7 учебных модулей и рассчитана на 40 часов обучения. На курсе вы сформируете навыки и обретете опыт в области стратегического управления активами. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDOA Простоев Нет. Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР от Простоев Нет, которые реализованы в России и СНГ. По итогам курса вы обретете развитые компетенции. Сможете формировать политику, цели и стратегический план по управлению активами с учетом различных факторов. У вас будет возможность на практике отработать создание политики и стратегического плана по управлению активами применительно к требованиям вашей организации. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика и тестирование, а по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Чтобы задать интересующие вас вопросы и оставить заявку на курс, переходите по ссылке под этим видео. До встречи на курсе!